площадке 23-го детского сада «Родничок» с танцем «Новые приключения домовенка Кузи». Эти ребята уже 3 года занимаются в танцевальном кружке «Каблучок». Их задорные выступления с большим интересом ждут как на праздниках в детском саду, так и в микрорайоне «Барсовая щель» на День города. А подготовила сказ вместе с ребятами Мохова Ольга Васильевна, руководитель кружка «Каблучок», хореограф высшей категории. Встречайте! Ничего, как раз в образе, музыкальный руководитель в образе.